за поворотом Буем начинается зона моря. Переход через Ладогу. Ветер прямо-прямо нам в нос. Витя, мы наваливаемся. Он пошел разбираться. Может быть, чуть-чуть денежек сумею вернуть. Это надолго ремонт? Витя принимает здравое решение надеть спас жилет. Всем доброе утро. Через несколько часов собираемся пересекать Ладогу. Видите, у нас полотенца сушились с вечера, вывесили. Дождя никто не обещал. Но ливанул ливень, гроза ночью. Вот я сейчас несу прополоснуть Олежкины кроссовки, которые сушились тоже сейчас мокрые все. Надеюсь, прогноз на день будет не таким ошибочным, как прогноз на ночь. Потому что идти через канал снова очень не хочется. Пойдем через Ладогу. В Кошкинском фарватере штиль. Но это не значит, что штиль и на Ладоге. Ох, все мокрище. Яхта грязная, я ее так вчера и не помыла, руки не дошли, устала. Надеюсь, с утра будет возможность перед отходом пробежаться со шваброй, чтобы уйти на чистом кораблике. К нам прилетели огромные чайки. Кошка в засаде сидит. Вот она, кошка. Можем хлеба кинуть? Да, тогда на нашу лодку прям ходить будут. Да, мы скоро уйдем. Они летать умеют. Думаешь, они с нами полетят? Мы позавтракали. Сейчас я еду в магазин докупить продуктов. Витя пошел расплачиваться с администрацией. Он уже вернулся. Но мы пересчитали, администрация нам лишних 2 дня на берегу насчитала. А эти дни мы ночевали в канале. Он пошел разбираться. Может быть, чуть-чуть денежек сумею вернуть. Пошел дождик. Видимо, идти будем под дождем. Но лишь бы не было сильной волны, потому что здесь, на мелководной части Ладоги, сильная волна очень тяжело переживается. Итак, мы докупили недостающих продуктов. Залили воду. Я еще докупила питьевой воды. Витя еще пошел. Вон он. За сумками. Дождь не сильный, но дождь. Сейчас разбираем сумки и выходим. Нам надо идти. Мы собрались и готовы к отправке. Переход через Ладогу. Так, мы отшвартовываемся. Так, это тот самый буй, перед которым нужно повернуть в Кошкинский фарватер. Кошкинский фарватер, пока! Ведь давать газу, нет? А? Нет. Витя, мы наваливаемся.
Дома уходи будет. И дед плывет. А, это что ставит там скидка? Ведь нормально проходим, не прижимайся к вешкам. Там вон мере после превышения. Ее прям видно. Здесь обходим мель. Надеюсь, обходим. Выставили новые вешки. Когда мы заходили сюда, их не было. Я так полагаю, что их достаточно быстро смывают. Говорили, рыбаки привязываются к ним, и поэтому их это самое. Срывает? Срывает, да. Может быть. Так, это тот самый буй, перед которым нужно повернуть Кошкинский фарватер. Кошкинский фарватер, пока! Нет, раз был. Позади Шлиссельбург и крепость Орешек. В этот раз, чтобы исключить лишние вопросы и проблемы с выпуском и выпуском, мы просто не стали предупреждать Шлиссельбург о том, что мы уходим. С Кошкинского. Я еще мели было по бокам. Я в курсе. Там дальше вон еще буи ведь стоят. Знаете, правда, не вижу. Хотя бы побелить. Колдунчики. Ветер прямо-прямо нам в нос. Либо можно посмотреть на флаги. Я сижу на носу, надеюсь, меня слышно, потому что ветер, волна небольшая. Будем надеяться, что такая останется. В принципе, мы закинулись драминой. Посмотрим, что подействует. Я их никогда не пробовала. Только что заметили, что наш багор
отсутствует. Называю его отпорный крюк. Да, Витя меня поправил. Сказал назвать его отпорный крюк. Обычно он вот здесь, видите, крепление на ручке деревянной. Такие полукруглые крепления. Обычно у нас лежит здесь, сейчас его нет. По ходу дела где-то его забыли. Очень печально, потому что отпорный крюк на яхте очень нужная вещь. Я бы сказала, очень-очень нужная. Ну, есть еще шанс, что он где-нибудь в сундуке спрятан. Случайно. Я ж ходил на берег, я разыскал. Я не нашел там багра. Ну, как бы, я там, если увидел, я бы взял точно. Дальше и дальше. Совсем не видно. Идем пересекающимися курсами. Вот той зеленой баржи. Похоже на местные лесовозы. По крайней мере, те, которые... Сейчас будем расходиться вон с той баржей. Она изменила курс, пошла в нашу сторону. Я так полагаю, что у нас встречный курс. Зона моря. Здесь вот на Вионике полоска, граница речных обозначений. Ага. Да, за этим поворотным буем начинают действовать морские правила навигации и судоходства. Я вижу, пока нет. Вон он, второй. А, да, вижу второй. Вот на камере, наверное, вот показать, не знаю, видно, не видно. Вон он. Между мачтой и гигантой. На горизонте появился катер.
поплывем через Ладогу. Взяли? Вот. Кошку. Да, была. Была? А? Отправили Беллу за провиантом. Вообще мы стараемся во время перехода в лишний раз не заходить в каюту, потому что укачивают. У нас укачивают все. Команда небольшой перекус, сухомяточку. На ходу. Что? Что ты очки снял, Олеж? Очки одень. Вот так. Там маяк, а где-то здесь должен быть бой. Я пока не вижу, я вижу суп. Вот, вот бой вижу. Вот бой я тоже вижу. Да, ребят, там есть. Наверное, на камере будет. Прошел в стороне от нас. Там вот еще один корабль. Не понимаю, там два корабля, что ли? Иди, проснулся Жора. О, да, она была открыта.
я вообще не хочу. Боролись, я пока это самое. Вот ты так, как долго нам идти? По этим курсам. Сориентируй меня по Навионе. Сейчас я думаю. Вот там вот до этого кругового. Ага. И туда. Хороший тут бои опасности с запада. Бери желтый, черный, желтый. И потом, чуть правее должен быть бой опасности с юга. То есть вверху черный, внизу желтый. Вот там вот так эту опасность вот так и пойти. Хорошо, сейчас я свою только на минуту спущу. Поменяли курс, теперь ветер нам не в нос, и можно пойти под парусом. Ну что, будем? Как было? Сделали скорость поменьше. А ветер какой ведь? Я в левентик сейчас выставлю.
А ты грот хочешь начинать первым? Да, конечно. Надолго ремонт? Да. Надолго ремонт? Да. А то мы на перерез, вон той к кораблю идем. Да, вон, видите, корабль. Это ремонт. Он уже не до такого уже горизонта. Thank you.
Да, я понимаю. Витя принимает здравое решение надеть спасжилет. Курс на нужный. Давай, короче, ручку от Лебедки подержу. Так, у нас по курсу правильно идет? Ну, это сравнивается.